Всем привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня я буду готовить вкусненький пирог с фаршем. Преимущество этого пирога в том, что для его приготовления совершенно не нужно готовить никакое тесто, так как он готовится с использованием обычного тонкого лаваша. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Для начала лук нужно нарезать четверть кольцами. Нарезанный лук отправляю обжариваться на сковороде на подсолнечном рафинированном масле. Буду обжаривать до мягкого полупрозрачного состояния. Пока лук обжаривается, подготовлю морковку. Ее нужно натереть на крупной терке. С морковкой справилась. Тем временем лучок уже обжарился до нужного состояния. Посмотрите, вот он стал мягким, полупрозрачным. Сильно зажаривать его не стоит. К обжаренному луку добавляю морковь и все буду обжаривать до того момента, пока морковка станет мягенькой. К обжаренным овощам добавляю фарш. Я использую свиной фарш. Вы можете использовать любой фарш по вашему вкусу. И буду жарить до готовности. Главное, сильно зажаривать не стоит, чтобы фарш и начинка вот не сильно сухими получились. Овощи с фаршем уже обжарились, и теперь на этом этапе добавляю соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу. Вы можете добавить любые специи по вашему вкусу. Я еще добавляю универсальную приправу к мясу, также добавляю ее по вкусу. Теперь сейчас нужно все перемешать и прожарить еще в течение 1-2 минут. Начинка для пирога готова. Я также взяла весь сыр и натерла его на крупной терке. Теперь буду формировать пирог. Количество лавашей зависит от того, какие у вас по размеру будут лаваши и от того, в какой форме вы будете запекать пирог. У меня вот такие вот большие овальные лаваши. Итак, мне понадобится приблизительно, наверное, вот 3 лаваша, поэтому начинку я разделю на 3 части, ну также вот приблизительно. И теперь 1/3 часть начинки я буду выкладывать по периметру всего лаваша. Сверху немножко посыпаю сыра. Теперь все скручиваю в рулет. Из рулета теперь формируем улитку. Вот таким вот образом теперь все будем аккуратненько скручивать. Улитку вот такой вот я сформировала, ничего страшного, если где-то вот треснет, лопнет, пирог все равно получится красивым и очень вкусным. Я теперь взяла форму круглую разъемную, диаметр формы у меня 26 сантиметров. Дно формы я застелила пергаментной бумагой. И дополнительно еще дно формы и бока я смазала подсолнечным рафинированным маслом. Теперь сформированную улитку аккуратненько перекладываю в форму. И теперь точно такую же работу я проделаю со вторым и третьим лавашом. Лавашом, так сказать, второй сформированной колбаской, я буду дальше продолжать формировать улитку. Третий рулет я сформировала. Весь сыр я не использовала, я немножко сыра оставила для того, чтобы потом сверху посыпать пирог. И теперь закладываем форму и третий рулет.
пирог сформировала, а сейчас приготовлю заливку. Для этого к сметане добавляю яйца, соль, перец черный молотый по вкусу и все взбиваю венчиком до однородной массы. Подготовленной заливкой заливаю пирог. Отправляю пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать 30 минут. Пирог выпекала 30 минут. Посмотрите, как он красиво подрумянился. Пирог сверху посыпаю сыром, который остался, и отправляю его в духовку снова на 5-7 минут. Пирог из лаваша с фаршем готов. Вот такой получился чудесный пирог. А главное для многих хозяек то, что не нужно заморачиваться с тестом. Сейчас я кусочек отрежу, и мы посмотрим, какой пирог получился внутри. Посмотрите, какой получился чудесный пирог. Сверху он хрустящий, а внутри очень мягкий, нежный и сочный. Вот такая получилась красота. Пирог нужно кушать в горячем виде. А я надеюсь, вам понравился рецепт пирога и вы его приготовите. А с вами была Даша Пархоменко. Смотрите мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Приятного аппетита и до новых встреч!